Борис, а каждая следующая песня для тебя лучше предыдущей? Нет, они разные. Они разные и часто... Они бывают... не иерархичны? Мне бы хотелось думать, что это так. Конечно, хорошо бы думать. Да, потому что я могу писать песню и даже написать и восхититься, думаю, какая она, вау, какая получилась. А потом беру песню 1976 года и думаю, ёпт. Как я-то тогда это успел, мог написать, когда я вообще не умел. Смотри, ну вот. Все застонали. Себя в том мальчике, читающем стихи. Он стрелки сжал рукой, чтоб не кончалась эта ночь, и кровь течет с руки. Только бы не кончалась эта ночь, мне кажется, мой дом уже не дом. Смотри, как им легко, они играют в жизнь свою на стенке за стеклом. Но кажется, что это лишь игра. С той стороны зеркального стекла, а здесь рассвет, но мы не потеряли ничего. Сегодня тот же день, что был вчера. А это 76-й год. Забудьте, был Спасибо.